Привет, ребята! Посмотрите, кто ко мне приехал! Это же настоящий огромный синий трактор! А может быть, это не просто трактор? А может быть, это какая-то коробочка? По-моему, эта крышка поднимается. Наверное, там внутри мотор. Открываем. О, что это? Посмотрим. Так, что же это такое? Интересно, мягкое? Так. А, по-моему, я знаю. Это коврик. Посмотрите. Это же коврик в виде леса. Это у нас на коврике трактор. Смотрите, это дорога. По ней он едет мимо леса, лесного озера или даже реки. Проезжает по дорожке и въезжает в деревню. Вот как можно поиграть. Так, ну где же сами игрушки, которыми мы будем играть на коврике? Наверное, внутри. Давайте откроем кабину. Так, что это внутри? Тоже синий трактор? Попробуем достать. Это же рюкзачок в виде синего трактора. Смотрите, ротик, глазки и кабина. Но это все-таки рюкзак, хоть и в виде трактора. Значит, если рюкзак, внутри что-то есть. Давайте откроем, расстегнем молнию и посмотрим, что внутри. А внутри у нас игрушечные тракторы. Вот они какие, деревянные, настоящие. Раз... И два. Большой и маленький. Но даже такой маленький трактор все-таки великоват для такой узкой дорожки, не говоря уже об этом. Посмотрим, что внутри. Может быть, там есть еще один? Открываем маленький кармашек. В маленьком кармашке самый маленький трактор. Вот он какой. Интересно, по-моему, в рюкзаке еще что-то есть. А, я слышу и чувствую. О, маленькие кармашки в виде колес. Откроем. Кто у нас там? Поросенок. А в нижнем кармане у нас, открываю, это овечка. Так. Что это? Вы слышали? Наверное, внутри еще кто-то есть. Посмотрим. О, смотрите, во внутреннем кармане еще зверюшки. Достаем. Так, у нас тут. Догадались, кто это? Корова. А это лошадка, правильно. Подождите, в маленьком кармашке еще что-то есть. Что же это такое? Что-то очень необычное. О, что это? Вы уже догадались, кто это? По-моему, это динозавр. Правильно, смотрите сюда. Это же поле. Вон, тут и пугало есть. На нем и живут домашние животные. Поросенок, овечка, лошадка, коровка и маленький динозавр. А вам не кажется, что здесь кто-то лишний из зверюшек, а? Да! Правильно, ребята. Динозавр здесь лишний. Давайте уберем его обратно в коробку. Подождите, а как же он туда попал? А может быть, эта коробка волшебная? Ну, это мы узнаем в следующий раз. Пока!